промежуточный этап работы, второй день. Выложили плитку. Пока это все выглядит так, ждем сантехников. Здесь выровняли немножечко под пластик. Так, начинаем подготовку под врезание сантехнических труб. Сантехники пришли уже. Забили. Сейчас буду отключать сантехники. Так, ну что, ребята пришли, сделали разложку, очень порядочные ребятишки оказались. Вот. Все те заработанные деньги, которые мы отдали, естественно, они еще делятся с организацией. Без этого никак. Ну понятно, понятно. Тогда, что нам смысл-то? Ну, смотри, вот нам что по двери, вот, что вопрос надо решить, либо наличники вот эти все покупать, доборы все устанавливать. Слышишь, да? Штуку. Ну, тебе объяснять, я думаю, это пока. Пока не увидишь, сама не поймешь. Блин, это приеду. Делайте как по телефону там. Я после 22-го приеду, потому что у меня в банк опять надо, чтобы мне ездить, то слово то уезжает. А сегодня какое число? Сможете без меня там, что я уж не столько. Да, а сегодня какое число у нас? Ну, я не на той неделе, а на следующей приеду. Ну, я понял. Ну, смотри, нам желательно бы... Вообще бы мы хотели бы в воскресенье сегодня закончить, но я думаю, уже не получается. Вот, ну, максимум... Ну, вот еще один рабочий день подходит к концу. Сейчас все это выглядит вот так вот. Краны стоят внизу. Все культурно, все беленько, светленько, чистенько становится. Завтра будем делать разводку, поклевать, может быть, по периметру. Профиль пробьем для потолков. Посмотрим. Так, розетка выведена под стиральную машинку. Сейчас это все выглядит вот так вот. Мне уже нравится, как все это идет. Из такого говна делается вот такая конфетка. Почти. Промежуточный этап работы. Сегодня установили ванну, сделали потолок, воду сделали, разводку полностью, затерли полы, зашпаклевали стены. Сейчас все беленько, культурненько.
так вот все пока выглядит. Все еще, конечно, непонятно. В общем, проект из говна конфетки, а из говна конфетка идет. Так, дверь сняли здесь, демонтировали. Здесь вот верх подпиливали, так как высота проема была 2,02, по-моему. А для установки двери нужно 2,05-2,06. Сейчас на данном этапе все выглядит вот так вот. Так, в эту сторону. Остается, в принципе, чуть-чуть. Немного. Так, оставить с хозяином, выбрать вот здесь вот панель. Какие у них будут. Ну и стену, соответственно, какой краской будем красить, имеет цвет. Вот так вот все выглядит. Здесь сразу вывел под стиральную машинку, оставил краны старые. Здесь под унитаз. Вот, ну и так вот там все культурно сделано. Слив получился отличный. Ножки приобрели регулируемые. Вот сейчас вот они вот выглядят вот так вот. Так, ну в принципе промежуточный этап. На данном этапе заканчиваю свое видео. Так, всем привет. Финишная прямая. Сейчас это выглядит вот так вот. Вот как я говорил ранее, что после заделки небольших нюансов вот такие вот остались погрешности. Вот. Сейчас что буду делать? Сейчас буду клеить вокруг периметра вот таким пластиковым профилем. А вы наблюдаете. Вчера нас видел от забора вот такие штабики. Мы их будем вставлять вот сюда. Если подойдет. Мало. А? Мало. Так, проект из говна конфетка подошел к концу. Давайте посмотрим вместе, что у нас получилось. Получилась у нас вот такая вот красота.
купальные зоны сделали пластиком. Двери все установили. Двери были старые. Единственное, что купили, короба, вот, и наличник. Ванна тоже была старая, но ее оставили, так как она чугунная. Все получилось замечательно. А так отстала шторка под ванной. Здесь вот простой доступ. И, соответственно, доступ сюда. Открывается, все, все культурненько. Унитаз тоже остался старый, но единственное, его немножко повернули под угол. Вот полотенцесушитель тоже старый, покрасили под цвет стен. Получилось вот так вот. Чистенько, красивенько, все замечательно. Здесь встала на свое место также машина. Единственное, что шланг придется удлинить, чтобы она зашла в эту, в это отверстие. Так, здесь все вот так вот культурно сделали. Ну все, как-то вот так вот. Всем спасибо, кто был с нами. Вот так вот. До новых встреч.